Слава Украине! Привет от Полонского, привет от Степана Бандеры. Ребята, подоспевает первая реакция на массовое убийство украинцев со стороны расистов в Киевской области. Надо сказать, что всем уже понятно, что такая же приблизительно картина сейчас после расследования будет выглядеть и в Черниговской области, и в Сумской, и в Харьковской, ну а за Донецкой области, Мариуполь, я просто не хочу даже разговаривать, потому что вы все представляете, что там вообще творится. Когда мы возьмем Мариуполь, разблокируем его, когда мы проведем там расследование, что там творили расисты, конечно, ну это будет вообще тогда капец. Но речь сейчас пойдет не об этом, речь пойдет о Первой мировой реакции на происходящее. И реакция следующая. Ну, мир, во-первых, практически единогласен в том, что Украине надо дать нормальное оружие. Нет, спасибо, конечно, за гранатометы, за джавелины, это прекрасное оружие и все, но нам нужно вышибать силовым образом фашистов с нашей земли. А чтобы их вышибить, нам нужна дальнобойная артиллерия. Он даже вот говорит, мир пришел мне. Это все за мной подпевает. Нам нужна, прежде всего, дальнобойная артиллерия, очень хорошая ПВО. Нам нужны противокорабельные ракеты. И вот это все мы сейчас будем получать как минимум от Великобритании. Да, бронетехника. Страны, которые уже сказали, да, это Великобритания, Австралия, Германия. Шатается. Ну, мы сейчас выдираем с каждого, что возможно. Честно и откровенно. Почему? Потому что, честно, весь мир нам должен сегодня, потому что, по крайней мере, Европу, как минимум, сейчас украинская армия защищает. Потому что украинцы вместо них сейчас сидят в окопе против фашистов. Поэтому, если уж сидим за вас в окопе, ну, и нам за шиворот летят ракеты, хотя бы потревожьтесь вооружить нас. Как следует, чтобы мы это делали с наименьшими потерями и с наибольшим ущербом для врага. Слава Украине!